23 апреля 1945 года войска 1-го Украинского фронта с юга ворвались в столицу Германии, Берлин. Здесь танковая армия столкнулась с сильной обороной противника и серьезным препятствием Тельтов-каналом. Канал стал для Берлина своего рода южным фронтом, разделяющим советские и германские войска. Все мосты и переправы были взорваны или заминированы. Всю ночь советские бойцы наводили канале понтонные мосты. Рано утром водное препятствие было успешно форсировано частями 3-й гвардейской танковой армии генерала Рыбалко. Тогда же немецкие артиллерийские части получили приказ стрелять по своей отступающей пехоте осколочными снарядами. До победы оставалось 16 дней.